Всем привет, меня зовут Мария, я глава HR отдела, мы уже, в принципе, с вами знакомы. Вот, сзади меня находится заведение, которое называется Smoky Beach. Мы сейчас с Настей на JBR. Вот, и тебя приглашают на собеседование именно в Smoky Beach. Что вообще хочется сказать про это место? Первый кандидат поехал от нас туда еще в 2014 году. Сейчас она работает в этой же investment company, которая называется AVG. Вот, и, соответственно, это был крутой старт. И здесь можно начать с позиции официанта или хостес. Здесь всегда вообще вечером стоит очередь. И работать здесь будет много, реально много. Но те условия, которые они предлагают, они не могут тебе не понравиться. То есть, когда у нас человек получает контракт в AVG, мы однозначно знаем, что это успешно реализованный кандидат. Что такое вообще работа в AVG, что такое работа в Smoky Beach? Это реально твой крутой шанс стартовать в Дубае. С хорошей ставкой, жильем в центре. И твой контракт, я надеюсь, ждет тебя.